В Махачкале снова дождливо. Региональные синоптики обещают на этой неделе выпадение обильных осадков. В связи с этим градоначальник Салман Дадаев провел заседание городского оперативного штаба, где присутствующие детально оценили работу служб в период предыдущей непогоды и продумали алгоритм действий при предстоящих осадках. Мэр Махачкалы обязал быть на связи круглосуточно всех руководителей структурных подразделений, городских служб и ресурсоснабжающих организаций. Им также запрещено выезжать из города в период ухудшения погоды. Отметим, по прогнозу гидрометцентра, кроме дождя, в Махачкале ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.